Сегодня я приехала снова в гости к Вере Александровне. Я приехала к ней с продуктами, купила яиц, вафельки, чай, масло, а там еще внизу молочко, сметанка, сахар, крупы. Женщина нуждается, живет на одну пенсию, нуждается в нашей помощи. А деньги на эти продукты сейчас я передам. Юрий Александровне передает наша тренер. Вот я поставлю сейчас тяжелый Юрий Александровне. Наш тренер Жанабель. Это очень щедрая, отзывчивая, добрая женщина. Помогает таким, как Вера Александровна, женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Вера Александровна благодарит Жанабель. Большое спасибо за помощь. Да, всегда говорит спасибо, всегда ждет нас. Благодарю, что... Не переживайте, мы всегда рядом. Не бросайте таких людей в нужде. Спасибо.